Минздрав изменил нормы питания пациентов всех лечебных учреждений страны, пишет «Известия» со ссылкой на соответствующий приказ министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Так, в рацион больных впервые добавлены белковые композитные смеси и витаминно-минеральные комплексы. Кроме того, в рационе больных станет больше крупы. Многие диетологи обращали внимание, что по старым нормам ее было недостаточно. Крупа пойдет на приготовление первых блюд и на каши, которые рекомендуются при диетическом питании. Кроме того, снизили количество капусты, потому что этот овощ, считают медики, подходит не всем. Людям здоровым ее надо есть как можно чаще, но вот больным лучше воздержаться. В новом рационе также стало меньше рыбы и молочной продукции. Это сделано для того, чтобы не превышать положенную для диетического питания калорийность.